Да, действительно, к большому нашему сожалению, мы хотим сказать о том, что покупатели больше продукции нашей фабрики, а именно детского ассортимента, на прилавках магазинов не увидят. Это связано с тем, что произошло резкое повышение цен на сырье. Мы должны сказать о том, что, посчитав детский ассортимент, мы должны были получить дотацию порядка 10 миллионов рублей. Но так как вопрос в вышестоящих организациях в отношении дотации не решается, мы перешли на выпуск взрослого ассортимента. Даже этот переход повлек за собой те последствия, что мы вынуждены отказаться от 150 человек работающих. Даже за январь месяц, в настоящее время, этого года, мы потерпели убыток на 500 тысяч рублей. Это 200 тысяч из-за того, что превышение оптовых над розничными, и 300 тысяч – прямой убыток. Если так будет решаться вопрос, а он именно сейчас решился таким образом, что наша фабрика обеспечена всего лишь на 52% сырьем. Если так будет решаться вопрос, то мы, конечно, не в состоянии будем ее окупать. Да, и фабрику придется, естественно, конечно, закрыть, потому что нет сырья. А оплачивать рабочим надо черпать откуда-то средства. А средств таких фабрика не в состоянии заработать.